Примерно 60 фотографий, почти 1500 слайдов и более 10 лет жизни объединила выставка, которая работает сейчас в филиале музея имени Радищева, доме Павла Кузнецова. Все подробности в репортаже нашего специального корреспондента Светланы Бородич. Хорошо помнится дом таким, развалюхой, в которой пытались как-то выжить советские квартиросъемщики. Каким-то очередным партначальником мы доказывали, что городу нужен Кузнецовский музей, что надо спасать дом, в котором знаменитый земляк родился. Конечно, мало кто слушал, но с годами все же получилось. Все эти годы борьбы, возникновения музея, его становления, Кузнецовский дом снимал наш сегодняшний герой. Его выставка теперь так и называется «Жизнь дома». Почему я его снимал? Просто меня заинтересовал сам по себе как дом. Меня вообще интересовала очень саратовская архитектура. Вот 1998 год. Кузнецовский дом всего за несколько часов до сноса. Вот очередная заборная выставка. Вот гости. Их всегда здесь было много. И какие? Мерцлин, Чудин, Давыдов, Горожанина. Сколько прекрасных имен. А вот замечательный фотокадр справа с кружкой. Игорь Сорокин, превративший этот дом в настоящий музей. С многочисленными традициями. Бесконечные чаепития. Новогодние и с блинами на масленицу. Осенние встречи в день рождения Павла Кузнецова и круглый год акция за акцией, выставка за выставкой, ярмарки, арт-беседки. И все живое, трогающее, заразительное. Разные люди, разные разговоры, разные жанры. Одно единое – любовь ко всему прекрасному, что есть на нашей земле. Дом этой любовью дышит и живет, а значит, будут новые исторические снимки. Светлана Бородич, Юрий Шатохин, Павел Криклевец, «Вести», Саратов.